Так, друзья, играю в Uncharted. Как видите, продолжаю проходить. Пока что боремся с пиратами. Ух ты. Подожди, чуть мне даже не было зеленого ничего. Пошел нахрен. Куда он вообще выскочил? Ух ты. Ох ты, подожди. Вот это их очень много. Да пошел ты нахрен. Ну что, полегчало? Чуть сами себя там взрывают. Угу. Это реально. Угу. Еще. Но не учится на своих ошибках, понимаете, ребят? Кидать научись сначала, чувак. Так, собрали патрончики. Чем бы и нет. Не знаю, бегу тут искать золотишко, что-то не особо хочется. Давайте, ребят, наверное. Стоп, есть идея. Конечно, есть идея. Давай. О. Нормалек. Круто, сойдет. Пойдет. Погнали потихонечку, блять, на этом. Не тупи. Иди потихоньку. Да нет, в бок прыгай. Вот так. Так, теперь вот так. Опа. Хорошо. Блин, я вот хотел до того золотишко долезть. Да подожди ты, камера. Пиздец, камера. Я прыгаю, он и в сторону прыгает. Есть такое, ребята. У этой игры. А, то есть все равно он не допрыгнул. Не понял, почему не допрыгиваю. Ну, балка как балка. Почему я на нее не могу допрыгнуть? Ладно, пойдем другим путем. А до этого я допрыгну? Блять, ну почему так далеко ты прыгаешь? Ну, он был на соседнюю, блять, ну как-то я не знаю. Так, не на этом, давай. Ну, простят меня. Мои зрители, но...
Блядь, ты на ту сторону можешь, чувак, или нет? Слушай, он вообще не двигается у меня сейчас. Самое смешное, что он у меня вообще встал и ни влево, ни вправо не двигался. Только прыгнуть. Ой, не знаю, хорошая ли это затея. Я там тут точно тормози. Вот тут он спрыгивает, видите, на эту сторону? Вот. Он же спрыгивает. Почему он на ту сторону не спрыгивает? Ой. Я нажимаю, но нифига не прыгает. Да, случай интересный. Да, он даже не цепляется за него, видите? Так подожди, друг, тогда давай. Тогда цепляйся за эту балку. Он до этой не допрыгивает. Да, ребят, видите? Ну что я думаю, в таком случае пошли бы в жопу разработчики. Сами доставайте оттуда свое золотишко. Невменяемо сделано. Пошло бы оно нахрен. Отсюда мы не спрыгнем. Вниз не смотреть. Не хочет. Так, второго шанса не будет. Давай. Ну, почти. О, классно. Снова земля под ногами, то есть лодка. Куда я пошел вообще? Я вообще не понял, блядь. Камера, что ты, блядь, делаешь со мной? Давайте экшен повторим. Снова земля под ногами. То есть лодка. Ух ты, ё-моё, как я отлетел-то. А он чел стоит один. Придется укол от столбняка сделать. Оп. Я думал, просто его скинет, он его прям еще мочканул. Так, потрошки набрали. Ну, так, нормально. В принципе. А как дальше, подождите? Там желтые трубы, да? Он там. Не спускать с него глаз. Пялось. Че охренело? Хорошо пошло. Так, тихо. Хорошо. О, блядь, еще есть.
На. Осторожно. Тихо, тихо, тихо. Блять, еще завалит, слушайте. На этом, ты успокойся, успокойся. Ты, блять, почему я... Пиздец какой-то. Приз получен, акробат. Да, мать ваша, я такой. Да я как на ту сторону перелезть? Чуть не понял. Наверное, вот так вот. Классно, перезарядочка. Вовремя вообще, блядь, пиздец просто. Ну, давай ты залазь, герой. Нам надо патрончики. Так, мы туда пойдем? Пойдем. Есть хорошее оружие. Золотишка нету. Ну, хороший этот, конечно, автоматик. Фуматик. Но мне надо... Мне и с калашом неплохо. Опа. О. Так, нормально, сдох. Теперь ты. Все просто хорошо. Так, спасибо за оружие. Подожди. Блять. Стой. А, подожди, 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 подожди. А кто это? А, не, сверху. Блять, сейчас завалит, ребят. А я думал, кто-то сверху, блядь. Вроде как сзади, вроде как сверху. Последнего пытался ухватиться. Так. Но. Блять, как бы пятки помыл. Так. О, это хорошо. Так, где эта вышка? Ты меня спрашиваешь? Кувалду, он мерещит, всех вызывали. А хрен его знает. Так, вышка, фишка. Блять, ему дверь откроется. Ну где эти засранцы, нет? Когда на вторую подумать буду. Чуть не спрячь, я уже. Давай. Блять, вяжет как баба. Осторожно. Оп, оп, оп. Нормально, ок.
Блин, Нейтан, ты как Джеки Чан прям. Что за гранатки? Так, уже почти. Да, почти. Это точно. Но почти это не уже. Так. Давай, надеюсь, выдержит. Вот так вот быстренько мы. Круто. Корабль Рамзеса. Ага. Здоровая дура. Че без калаша, а? Наконец-то. Это уже не смешно. Ну и погром. Черт. План Б. Стоп. Чувак, тебе калаш не мешает в руки? А ты куда? Наверняка Салли там. Мне надо на борт. Ху-ху, класс. Веточка, ребята, нас ожидает. Нас ожидает кругосветка. Погнали. Оу-оу-оу-оу. Блядь. Блядь. Блин, понесся, а? Засранец, чуть не... Блядь, чуть не убил. Блядь, это было эпично. Там оружка, и тут оружка. Сука. А ты как думал? Так. Блин, надеюсь, я движусь в правильном направлении. Так, а как же забраться тут вверх нельзя? Сюда, что ли? Давай. Блядь, тяжелая херня. Ребятки, кажется, шторм намечается. Ну, погнали. Ладно, это уже что-то. Надо попасть на борт. Глава 13. Кладбище кораблей. Блин, колбасит, да, реально на этом. Ребятки, у кого морская болезнь, извиняюсь. Все претензии к разработчикам. Заметили, походу.
А, блядь. Сука. Так, а этот раз они не заметили. Ну, наверное, просто этот не прошпионил. Не успел. Давайте посмотрим за ним. Успеет он меня засечь или нет? Надвигается шторм. Да, надо убираться отсюда. Так. Тут ходов, конечно, дофига и трошки. Как пройти? Так, а где так хрень пошел? Туда, да? Так, давайте вот не без этого. Красивая штуковина. И Нейтан чуть бегает, скользко. Все это болтается. Так, тут проволочка, значит, только нам туда. Так, по-тихому. Ну давай. Нормально. Да блять, вылазь уже. Хорошо, Рэмбо косить. О! Отсюда можно немножко и пострелять. Так, а где там кто? Штормит, конечно, зачетно, ребят. Кто-то где-то стрелял. Что-то пытался кинуть, сам себя взорвал. Блять, он еще попробуй выстрели. Еще раз себя взорвал. То есть, в принципе, мне надо. Ну ладно, у него там своя атмосфера, не буду я его трогать. Так, нам надо сюда. А, подожди, ручка, ручка, может вот так вот? Держись, Саня. Я иду. Да, Салли, я иду, это точно. Пойдем мы уже в следующем ролике, спасибо, что смотрели. Да, вот так вот, немножко интриги на следующий ролик. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. До новых встреч.